Свердловская общественная организация «Народный контроль». Здравствуйте. Знаете, что законом запрещено реализация слабоалкогольной продукции в остановочных комплексах? У вас же здесь остановочный комплекс? Да. Статья 16 федерального закона 171, который регулирует оборот алкогольной продукции, предусматривает ответственность за распространение такой продукции в павильонах остановочного комплекса. Не знаете, да? Угу. Ну, подтверждайте, что продали, да, сейчас пиво. Вот есть сдача. А где кассовый чек? Куда дели? Покажите, пожалуйста, кассовый чек. Так, согласно кассовому чеку, у нас торговля осуществляет индивидуальный предприниматель Мукамбетова. Ранее она уже попадала в поле зрения общественной организации на другом адресе.